Привет-привет всем! Сегодня очередной выпуск «Правда или ложь? Секреты красоты». Сегодня я хочу выяснить, можно ли при помощи обыкновенного утюжка сделать необыкновенные кудри. Сейчас бьюти-блогеры нам показывают очень много способов, как можно накрутить на утюжок волосы. Я не умею накручивать волосы на утюжок вообще, но хочу попробовать, можно ли сделать действительно необыкновенные кудри. Я небольшой любитель утюжков, пользуюсь им очень-очень редко. И для меня сегодня будет двойной стресс. Первое, смогу ли я сделать эти необычные кудри? И второе, не сожгу ли я себе волосы? Бедные мои волосики, это все ради эксперимента. Ну что, давайте начнем и будем делать эти необыкновенные кудри. На одной половине волос я буду делать одни кудри, на второй половине буду делать совершенно другие. Итак, начну те, что полегче, вроде бы как. Для первого способа необходимо закрутить волосы в жгут. Закручиваем волосы в жгут, крутим, крутим. Говорят, что жгут должен быть тугим. Мы и сделаем его тугим. Ну и вот, после того, как закрутили волосы в жгут, необходимо по этому жгуту пройтись плойкой. Господи, как я боюсь за волосы, мне кажется. Бедные мои волосы. Ну и еще раз. Что-то мне кажется, что ничего не закрутится. Итак. Хоп. Вот. Вот, вот это кудри необычные. Или их можно раскрутить. Хоп. А, ну они вот такие получаются, наверное. Как шишульки. Или их не надо раскручивать до конца? Ну, что-то не знаю. Ну, что-то я не знаю, что это за кудряшка такая. Ну, необыкновенная. Ну-ка, еще раз я попробую на одной пряди. Они вообще вот так показывают. Хоп, провели. Распускают, а у них там такие кудряшки шикарные. Ну, что-то у меня так не получается. Хоп, провожу. И еще раз проведу так. Я не знаю, как надо делать. Я уже... Ну, давайте распускать буду. Опа! Ну, получается... Не знаю, что получается это. Оп! Мне кажется, надо распускать чуть-чуть. Вот такие какие-то сосульки, выгулинки. Ну, вот я накрутила одну сторону. Вот такие необычные кудряшки получились на плойку этим способом. Конечно, я не знаю, куда с этими необычными кудряшками можно ходить. Я так поняла, что распускать их не надо, они должны остаться именно вот в таком виде. Но когда показывают бьюти-блогеры лайфхаки, то у них кудряшки получаются абсолютно не такие. А у меня получились вот такие. Ну а теперь попробуем вот с этой стороной, со второй части тоже сделать необычные кудряшки. Наверное, вы про эти кудряшки тоже знаете уже. Сейчас я вам покажу, расскажу. Берем прядь и заплетаем в косичку. Ну вот, я заплела косички на этой стороне. Вообще, про этот способ говорят, не прилагая больших усилий, можно сделать необыкновенные кудри. Но поверьте, чтобы просто заплести эти косички, уже... Нужны усилия. Ну так, давайте начнем и сделаем из них все-таки кудри при помощи утюжка. Я беру косичку и также по косичке необходимо провести утюжком. Как говорят в лайфхаках, просто один раз проведите по косичке утюжком и кудри готовы. Но я что-то сомневаюсь, что одного раза здесь будет достаточно. Мне кажется, здесь надо раз 10 точно провести утюжком. А еще и при максимальной температуре, чтобы конкретно сжечь свои волосы. Так, давайте эту косичку еще раз я проведу. Подержу вот так вот долго. Не буду теперь проводить. Пока я не буду расплетать эту косичку, а дам ей немного остынуть. Посмотрим, что будет потом с ней. А сейчас я займусь вот этими косичками и пройдусь по ним утюжком.
Ну так вот, кульминация. Что же будет с моими косичками? Будут ли на них кудри? Итак, посмотрим. Начинаем расплетать. Ну и что-то... Что-то совсем ничего не видно. Где же кудряшки? Ну, кудряшки только вот здесь, да? Так, дальше посмотрим. Итак. Да, это полная ложь, это неправда. С помощью этих косичек невозможно сделать никаких кудряшек. Бьюти-блогеры, зачем вы обманываете, когда даете такие советы? Я считаю, что эксперимент удался, что при помощи обыкновенного утюжка просто невозможно сделать необыкновенные кудри такими способами. Нет, 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 хотя можно сделать кудри. С одной стороны, смотрите, получились такие дреды. Йоу, вместо Децела можно выступать. Такие прикольные дреды. А с другой стороны, волосы вообще никак не закудрились, а наоборот выпрямились. Наверное, это необычный способ, как можно выпрямить волосы при помощи утюжка. А еще этими способами можно просто отлично и великолепно сжечь все волосы. Так что не пользуйтесь этими способами, это просто ложь. Невозможно такими способами сделать необыкновенные кудри. Поберегите свои волосы и не делайте необычные кудряшки при помощи утюжка. А я вам всем желаю отличного дня, хорошего настроения. Пока-пока!